Семена капусты белокочанной зимовка 1474 порадуют длительным сроком хранения крепких кочанов, которые сохраняют товарный вид до нового урожая. При этом их вкус со временем только улучшается, а содержание витаминов остается прежним. Этот сорт относится к поздним, созревание длится до 125 дней. Семена капусты белокочанной зимовка 1474 способны адаптироваться к любым условиям выращивания. Урожай будет высоким даже при недостатке влаги. Средний вес кочанов равен 3 килограммам. Они не растрескиваются во время длительной перевозки. Сорт подходит для промышленного выращивания. Капуста белокочанная зимовка 1474 – это однолетнее растение. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Капуста белокочанная зимовка 1474 имеет позднеспелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяце сентябрь-октябрь. Форма у плода округло-плоская. Цвет плода зеленая. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.